А теперь о важном приближающемся событии для спортсменов Верхней Волжи. В Твери завершается строительство многофункционального спортивного центра «Грибная база» на реке Тверце. Военно-строительная компания, которая ведет работы с декабря прошлого года, отмечает, что сейчас завершаются фасадные работы, идет чистовая отделка помещений. На площадке задействовано 96 человек и 10 единиц техники. Внешний облик здания решен в современном стиле. При разработке архитектурно-художественной композиции особое внимание уделялось гармоничному вписыванию здания в окружающую архитектурно-природную среду. Здесь спортсмены смогут тренироваться круглый год. И его ввод позволит значительно повысить качество тренировочного процесса по традиционному популярному в Тверской области направлениям гребли.